Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутейший детский рюкзак от фирмы Deuter, модель под названием One Two. С вариантами расцветки вы можете ознакомиться у нас на сайте, но сейчас поговорим об этом маленьком монстрике. Модель One Two от фирмы Deuter – это современный школьный рюкзак для перво- и второклассников. Конструкция рюкзака превосходно распределяет вес его содержимого, а спинка, плечевые лямки легко проветриваются. В данной модели у нас спинка под системой под названием Deuter Active Comfort Fit, который идеально защищает спину вашего ребенка от перенапряжения. Регулируемые плечевые лямки, грудная фиксация, поясная фиксация идеально создают все условия для того, чтобы ваш ребенок вырос по-настоящему здоровым человеком. В данной модели имеется сверху удобная ручка для переноски и транспортировки, по бокам сетчатое отделение для бутылочки либо мелких вещей, светоотражающие элементы, светоотражающая лямка, переднее отделение на молнии, клапан, который застегивается на застежку Fastex, мы его открываем. Сверху маленькое прозрачное отделение, чтобы вы могли спокойно вставить сюда визитку, написать мобильный телефон родителей и имя ребенка, если вдруг рюкзачок потеряется. В жизни бывают разные ситуации. Два отделения. Основное, перегородочка и дополнительное. Дно данной модели усилены и имеют вот такие вот маленькие 4 пластиковые ножки. В общем говоря, для школы это в самый раз. И не забывайте, все самое лучшее покупается детям. Огромный выбор детской продукции имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.